Один из самых значимых мусульманских праздников Курбан-Айд в прошлом году отмечался 6 ноября. В этом году священный праздник жертвоприношения приходится на 26 октября. Подробнее далее. Курбан-Байрам или Курбан-Айд – это праздник жертвоприношения ради Всевышнего. Это самый большой мусульманский праздник. Он отмечается с 10 по 13 числа месяца Зульхиджа по мусульманскому календарю. Всемирный комитет по наблюдению за Луной официально признал, что завтра, 17 октября, начинается месяц Зульхиджа. Соответственно, 26 октября отмечается праздник Курбан-Айд. Традиция жертвоприношений как акта поклонения единому Богу своими корнями уходит в далекое прошлое. Священная история ислама выделяет пророка Ибрахима, который, как отмечают ученые-теологи, стал примером для будущих поколений. Одно из значительных событий его жизни положило начало многовековой религиозной традиции – обряду жертвоприношения ради единого Бога. Праздник Курбан-Айд – один из самых почтенных религиозных праздников. С благословением Аллаха праздник начнется 26 октября. Курбан-Айд – это день жертвоприношения Аллаху. Праздновать день жертвоприношения начинают с раннего утра. С рассветом мусульмане идут в мечеть к утренней молитве, совершив перед этим ритуальные омовения, надев чистую, опрятную одежду. Перед молитвой есть не рекомендуется. По окончанию молитвы верующие возвращаются домой. Спонсор выпуска новостей – компания Galaxy Group с торговой маркой Alugal. Компания Galaxy Group вот уже 18 лет является основоположником сектора производства пластиковых и алюминиевых профилей для окон и дверей в Республике Казахстан. И мы представляем вашему вниманию эксклюзивную продукцию казахстанской фирмы Alugal. Alugal производит алюминиевые профили широкого ассортимента и высокого качества. Любой сложности и на заказ. Балконы, двери, окна, офисные перегородки и входные группы. Алюминиевые профили Alugal – это современно, долговечно и престижно. Мы можем подобрать любой цвет, легко в сборке и проста в эксплуатации, ведь продукция фирмы Alugal адаптирована на наш климат. Алюминиевые системы – это Alugal.